1 марта – это не только первый день весны, но и Международный день кошек. В Печоре прошла благотворительная акция «Киски и риски». Тепло, начнем спасаться мы от этой теплонищеты. Значит, снова будут в моде теплые коты. Будем гладить всех мурчащих, теплых, сонных, настоящих, запуская руки в меховые животы. Переменчивы все вещи в странном мире человечьем. Все бегут домой с холодных улиц и пустых. Значит, снова будут в моде теплые коты. Теплые коты летят по небу облаками. Мысли переполнены мурчащими котами. Когти могут впиться в ногу, но нога болит не сердце. Кошки так не рают, как людишки иногда. Теплый кот меня утешит, ляжет на больное место. И усну я, обнимая теплого кота. Растерзать, об кресло когти поточить. Приходи ко мне из мира странных зимних снов. Плюнь на предрассудки, разбуди свои.